Спасибо. Я хотел бы говорить о некоторых фактах об экономике биткоина и о самых распространенных заблуждениях, связанных с валютой биткоин. В первую очередь я хочу сказать, что я верю, что биткоин – это не просто валюта, это технология. И многие говорят, что биткоин умер, там майнинг умер, и вообще в целом то, что это бесперспективное направление, но это не так. На самом деле блокчейн не может существовать без биткоина. Блокчейн – это просто технология, это просто база данных, она очень медленная база данных. И причем, ну, биткоин – это первое воплощение валюты, которая позволяет увидеть, насколько эффективным будет механизм редкого цифрового актива. И в первую очередь я хотел бы подчеркнуть то, что биткоин появляется не просто из воздуха. То есть многие считают, что основная функция майнеров – это создать биткоины, но это неправда. По-настоящему основная функция майнеров – это упорядочивание транзакций, то есть это поддержание функционала сети и ни в коем случае не создание биткоинов. И уже создано 80% всех биткоинов. Это означает, что все, когда мы достигнем 100%, многие считают, что это произойдет в 2040 году. Какой 2040 год? Это будет в ближайшие 5 лет. То есть получается, что 80% биткоинов уже создано. И это говорит о том, что как только биткоин закончится, их цена взлетит. И я просто считаю, что биткоин – это будущее, и то, что в первую очередь, потому что это позволяет впервые в истории создать конкуренцию центральному банкингу, то есть позволить выпускать свои деньги. Ну, то есть, Спасибо, у тебя время стекло. И если у кого-то будут вопросы именно по технологии блокчейн, я буду рад на них ответить. Какой продукт? Нет, я пришел только сказать биткоин.